Уберитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Да взойдет в ночи жуткая луна, мы приносим жертву вам, и мы просим вас пролить свет в жизни и в смерти. Славим мы Матерь Миранду. Боги, услышьте нас, взываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить, да взойдет в ночи жуткая луна. Все мы просим вас пролить свет. В жизни и в смерти славим мы Матерь Миранду. Эй, помните меня? Я чуть не погиб в том замке. Что здесь происходит, можете мне объяснить? Можно ли погибнуть только чуть? Нам ответит лишь мудрец. Вы же все поняли. Я так и не нашел Розу. Где ее прячет Матерь Миранда? Опоздал. Ну или чуть опоздал. Дитя станет жертвою. Жизнь за жизнь. Что за средневековая херня? Она же младенец. Гербы четырех кровей откроют искомый путь. Может, хватит ваших загадок? Я просто хочу найти дочь. Но эта загадка лишь пока нет ответа. Погоди, я же это видел. Эй! Эй, стойте!
Вот и вы. Так и знал, что вы здесь окажетесь. Все было напрасно. Неужто? Полагаю, что-то ценное вы нашли. Не уверен, что ценное, но... Но ваша дочка прямо у вас в руках. О чем вы? А вы приглядитесь. Вам не кажется, что в колбе ее голова? Нет. Нет. Роза! Что? Лучше молчите! Этого не может быть! Я вам не верю! Душа вашей дочери цела. У нее уникальный дар. Но... Кто мог это сделать? Ее можно спасти. Спасти? Теперь? Вы рехнулись! В западной части деревни стоит дом с красной трубой. Найдите персону, которая там живет. А потом мы вернемся к нашей беседе. Хватит тянуть! Выкладывайте все сразу! Вы можете не верить. Но не думаю, что у вас есть выбор. Ваш ход. Клиент, конечно, всегда прав. И все же... Если это вранье, я убью вас. Шутник, блядь. Как желаете. Удачи. Как желаете. Леди Димитреску. Красиво даже после смерти. Какая талия. Да. Что? А, все хорошо, я закончил. Позвольте мне... С удовольствием. Это простая модификация, я быстро управлюсь. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. Ага. Счастливо.
черта.
Да. Thank you.
Черт, надо идти к герцогу. Thank you.
Ну как, узнали что-нибудь? А теперь рассказывайте, как все исправить. Не горячитесь. Используйте этот ключ и соберите колбы с розой. Где искать остальные? Их всего 4. Одна у вас. Еще 3 у других владык. Владык? Все они служат жестокой правительнице этого края, матери Миранде. Одну из них вы и встречали.
леди Димитреску. Вторая живет в долине туманов, кукольница Донна Беневьенто. Не станьте новой игрушкой в ее сыром особняке. А третья — Моро, гора уродливой плоти, живущая в водоеме за мельницей. Говорят, он не единственная тварь, что живет в тех водах. Ну и опаснейший из всех — Гейзенберг. Он на своей фабрике, на краю деревни. Что делает? Скажу так, у некоторых очень больное воображение. Если вы намерены спасти дочь, заполучите все колбы. Потрудитесь взглянуть. Я отметил все места на карте. Здесь, в деревне, есть сокровища. Думаю, каждое из них вам пригодится. Почему вы мне помогаете? Что вы, мы всегда заботимся о наших клиентах. Что ж, приходите еще. Само собой. А, но у меня есть вы. Ищите качественные ингредиенты и приносите. Не останавливайтесь. Спасибо. Готовлю. Готово. Я хочу, чтобы им насладились и вы. Неплохое блюдо. О, спасибо. С нетерпением жду новых ингредиентов.